и технологии для пищевой и перерабатывающей промышленности представили более 800 компаний из 32 стран мира на 22-й международной выставке «Агропродмаш-2017». Российских участников более 530. В этом году площадь выставки увеличилась до 60 тысяч квадратных метров. Выставка заслужила репутацию главного в России смотра новейшего оборудования передовых технологий. Агропродмаш проводится при поддержке Министерства сельского хозяйства и Минпромторга под патронатом Торгово-промышленной палаты России. У нас здесь все больше и больше тех, кто экспортерами является сельхозпродукции. Это уже более 160 фирм, которые сегодня здесь экспонируют. Все больше и больше тех, кто сегодня из средних фирм, не только крупных компаний, интересуется экспортом и интересуется, каким образом вообще выйти на зарубежные рынки, чем может помочь палата. Чем может помочь экспоцентр? В 6 павильонах экспоцентра расположились 19 тематических салонов для различных направлений пищепрома. Один из крупнейших у мясной отрасли. Посещение выставки уже стало для многих представителей отрасли обязательным пунктом рабочего графика. Люди приходят сюда и заключают выгодные контракты, заводят полезные для развития бизнеса знакомства. Выставка продлится до 13 октября.